ברוך, מדליקה נרות חנוכה, צריך לברך בלילה ראשון שלוש ברכות. Человек, который зажигает ханукальные свечи в первую ночь, говорит три благословения. Какие это благословения? Катишан, Мстов, Ватсиван, Валидин, Ханука, Шасин, Сим, Лавотену, Вемима, Базманазе, и Шехехияну. У Шара Лед, мы варек, что это брахот, и остальные ночи благословляет только два благословения. В Натну, Образом, Зиман, Леседер, Гену, Брахот, Балайла, Ришон, Аселиха, Сараф. Ну, это сделали Симан, что это Аселиха, Сараф, Весим, Ото, Альнес. Вараа ото вахай. Ну, это сараф, это на лигнер шханука, нес, это нисим на авотейну, вахай бахем шейхияну. Вноса браха ришона, ладлик нер ханука, вло нер шел ханука. И мы благословляем нер, ашер кдышам стависван, ладлик нер ханука. Мы не говорим ладлик нер шел ханука, как на шаббат. И ашкеназ говорит шел ханука, мы говорим просто ладлик нер ханука. Баруха донай лаулам, амин ва амин.